Цирковая школа для детей. В будние дни днем тренируются профессионалы. Хорошо. А педагоги, которые занимаются детским цирком, профессионалы сами или они приходят из спорта, тренера? Там? Из цирка. Это центр современного искусства. Ну там кто-то репетирует, нет, сейчас? Да, репетирует. Пойдемте посмотрим. В эфире очередная программа из цикла «Граница». И в этой программе у нас граница пройдет между западным и российским цирковым искусством, между современным и классическим цирком или традиционным цирком, между правом человека на зрелище и правом животного на защиту. И у нас в гостях артистка финского цирка, акробат, педагог, тренер Екатерина Репанин. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш эфир. И Станислав Геннадьевич Трахтенберг, который находится в гостях здесь, в Финляндии. Артист цирка в третьем поколении, заслуженный работник культуры России и академик циркового искусства. Еще много у него регалий. Не будем их все называть, потому что времени программы не хватит на то, чтобы их все назвать. Здравствуйте, Станислав Геннадьевич. Добрый день, Андрей. Добрый день. Добро пожаловать в Финляндию, добро пожаловать в нашу программу. Спасибо большое. Вы человек-звезда в прямом смысле этого слова. Почему? Потому что вашим именем названа звезда в созвездии Кассиопея, если я не ошибаюсь. Это правда? Да, это есть. Каково ощущать себя человеком, чьим именем называют планеты? Откровенно говоря, я не ощущаю это и не советую своим друзьям ощущать, что они... Надо вести себя скромнее, поэтому... Тщеславием не страдаю. Да, тщеславием не страдаю. Если говорить о детях, вот я попросил своего сына, зная, что я готовлюсь к программе, он нарисовал вот эти конспекты, которые находятся у вас в руках. У детей цирк ассоциируется с клоунами. Наверное, 99,9% детей, если попросить нарисовать цирк, они нарисуют клоуна. Сколько лет сыну? 7 лет. 7 лет, да. Да. Очень хорошие рисунки. Я ему передам. Может, мы заберем какой-то наш музей цирковой. Почему бы и нет? Спасибо большое. Екатерина, с чем у тебя ассоциируется цирк? Какие ассоциации возникают со словом цирк? Вот у тебя, как у артистки, как у акробатки. Для меня очень важно выступление, как артисты выступают, и что, какая мысль или идея у артиста во время выступления. Вот это для меня очень важно. Это моя жизнь. Вся моя жизнь посвящена цирку. И я не жалею об этом. Вы представитель классического, традиционного циркового искусства. Катя представитель современного. Где проходит грань между современным и традиционным цирком? И проходит ли она вообще? Разница в чем? Что если российский цирк создан в национальных колоритах, сюжетных программах, тематических программах, то классический цирк, это такое, как Дюссалей, он создан без животных. А в цирке, в российском цирке, представляют очень много номеров различных животных. Самая большая разница, конечно, в современном цирке нету животных. И обычно традиционный цирк проходится выступает на манеже, а современный цирк обычно в театрах, не в шапито. Не согласен с Катериной, потому что Юра Куклачев, народный артист России, с которым мы вместе начинали, он работает и по циркам, и на сцене, и в театр кукол, кошек куклачевских. Вот. Он работает, это не значит современный, не современный цирк, если меняются площадки. А для того, чтобы работать жонглер и бьет степ или чечетку там бьет, это не значит какой-то цирк нетрадиционный или традиционный. Это разница в жанрах, и все. В цирке ты окружен зрителями со всех сторон, и нужно работать на 360 градусов. Отличаются ли ощущения? Очень тяжело, когда много детей, может шумно быть, люди кушают попкорн. Это очень тяжело. Как бы для меня это было очень тяжело выступать на манеже. Ну, в одно время мне очень понравилось выступать на манеже. Мне доводилось работать
и на эстрадных площадках, и на стадионах, и в цирках во многих странах мира. Но все-таки вы за манеж или за сцену? Ну, цирк должен быть цирком, поэтому необходим манеж, потому что работает Катя номер с супругом акробаты. Ее со всех сторон видно, что она исполняет какой-то трюк. А на сцене многие трюки пропадают. Задник просто не видно. Мы вернемся к нашей программе буквально через минуту после того, как вы узнаете, что думают жители Хельсинки о том, где находится ближайший цирк. Без понятия. Не знаю. Не знаю. Нет. О каком цирке вы говорите? Не знаю. А там лунопарк в той стороне. Нет, не знаю. О каком цирке говорите? Не знаю. К сожалению, не знаю. А, если вы о баре говорите, я знаю. Да, знаю. Там, в Кампе. Если о баре говорите. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Жизнь — это цирк. Здесь... Да, знаю. Вот он там. Здесь. Окей. А вот же он. Ну вот, собственно говоря, как вы успели заметить, мало кто знает, где находится цирк. Почему, на ваш взгляд, в Европе прижилась практика шапито, передвижного цирка, а в России стационары преобладают? Станислав Геннадьевич. Ну, я могу сказать такую вещь, что очень долгое время в России, в Советском Союзе существовали и стационарные цирки, и передвижные цирки. И передвижных цирков находилось... У нас в СССР больше 20 передвижных цирков и около 50, а может даже и больше стационарных. Но все равно стационары преобладали. Стационары преобладали. По какой причине? Что в зимний период цирки не работали. Невозможно было цирк повезти на север, на Урал. Там погода. Все-таки страна большая была. А зимние цирки, они созданы условия все, имеются теплые гримировочные с душевыми, имеется гостиница постоянная, где живут артисты цирка. Я не знаю, я думаю, что просто культура совсем разная. В России очень уважают цирк, а в другой Европе не так сильно уважают, ну, знают о цирке. Поэтому, я думаю, так. Ну, у тебя есть опыт работы в российских цирках или в цирках там, стран бывшего Советского Союза, да? Насколько я знаю. Я только на фестивале работала в Москве. И очень интересно было, когда мы проезжали таможню, и у нас реквизит был. Я делаю антипод, значит, кидаю на ногах сигары. У нас был реквизит. И обычно в Европе, когда кто-то спрашивает на таможне, там, в аэропорте, что это такое, и мне надо каждый раз объяснять им, что это. Иногда один раз я даже показала, как крутить на ногах эти сигары. А когда мы переезжали таможню через Хельсинки до Москвы, тогда я сказала им, что я делаю антипод. И вот эти в таможне, они сразу знали, что это такое. Даже знали, какой жанр антипод. Вот это меня очень удивило. Наша съемочная группа побывала в цирке Хельсинки на Катиной тренировке и сняли даже часть ее программы. Давайте посмотрим прямо сейчас это и вернемся к нашему разговору буквально через минуту-полторы. Поэтому оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Thank you.
Насколько мне известно, это какая-то старая то ли электростанция, то ли завод старый. Да, старая электростанция. Ну, я вам скажу, что помещение, оно вполне возможно, чтобы артисты цирковые там репетировали, потому что условия для них созданы, тепло, высокие потолки для жонглера, там, для номера, которые связаны с высотой, для воздушных. Единственное, конечно, нет манежа, а так-то возможно репетировать, да? И я думаю, что нормально. И отношение работников этого помещения я видел, как отношение к артистам, которые приходят на репетицию туда. Существует ли разница в методах обучения, в методах тренировок, в методах становления цирковых артистов, акробатов между вот Финляндией и Россией? Заметили ли вы? Ну, конечно. Нужны хорошие педагоги. А педагоги – это бывшие хорошие артисты, которые уходят на пенсию. Единственное цирковое училище, это находится у нас в России, в Москве. Имеется студия. Единственное в мире имеется? Да, считается единственным в мире цирковое училище. Ну, есть такие типа филиалов. Там, где у нас очень много педагогов, эти большие профессионалы. Значит, кроме этого, есть ЦЦИ. Значит, это где готовят тоже артистов. У нас в Российской цирковой компании имеется очень много режиссеров, авторов, концертмейстеров, балетмейстеров. Просто машина для создания цирковых номеров хороших и аттракционов. То, что у нас не особенно это видно в остальных европейских цирках. Кроме, конечно, Дюсселея. И то в Дюсселее в основном это наши педагоги. Я был на гастролях в Японии позапрошлом году и работал в Дюсселее. Жил я в гостинице «Токио Дом». Где-то в часов 12 прибежал до 12 человек. И 12 человек оказались, это бывшие спортсмены Ярославля. Работали в цирке Дюсселей. Я очень уважаю русский цирк. Я считаю, что как бы самые сильные артисты приходят из России. И у меня тоже педагог, учительница была из московского цирка. Ну, как я новое поколение, я хочу всегда, когда мы тренируемся, я хочу найти что-нибудь новое, оригинальное. Это может быть музыка, это может быть новый трюк какой-нибудь с танцами, с театром. Что-нибудь такое, что другие никогда не видели, никогда не делали. Вот это вот для меня важно. Если говорить об обучении детей, насколько я знаю, в Советском Союзе, я помню свое детство, все хобби, все увлечения были бесплатны. Даже можно было получить свидетельство пилота, выучившись в аэроклубе в Дусаафе, и стать пилотом бесплатно абсолютно. В России в этом отношении намного легче. У нас есть педагоги, которые готовят, и стараются не брать оплату. А как? Наоборот, даже получают некоторые стипендии, получают некоторые какие-то помощь какую-то, костюмов, реквизита. Так же, как мы народным коллективам отдаем реквизиты, которые списывают цирки, там булавы, холохопы, для иллюзионистов какие-то аппараты. У нас в Финляндии две школы. В Лахте есть 3 года, и в Турку 4 года. И они абсолютно бесплатные. Но эта школа имеется в виду как институты? Как институт, как после... для профессионалов. Uh-huh. А есть школа для детей, просто как хобби, если родители хотят просто, чтобы ребенок занимался раз-два раза в неделю. Вот это они оплачивают сами. А профессиональное училище – это для всех бесплатно. А в профессиональное училище с какого возраста можно попасть? Начиная с... 16-17 лет. Ну, то есть после средней школы, да, получается. Ну, у человека должна же быть какая-то база. Акробатом же не с 17 лет становится. Вот ты во сколько лет начала обучаться? Мне было 18 лет. Ну, я уже начала цирком заниматься с 6 лет. Mm-hmm. Так что у меня уже было много, у меня уже было много опыта. Наши корреспонденты побывали в цирке Флорентино. Он уникален тем, что это частный цирк в Финляндии и недавно организованный. Интересен он тем, что болгарин,
собственно, флорентин, переехавший в Финляндию, смог за несколько лет с нуля организовать свой собственный частный цирк. И прямо сейчас давайте посмотрим сюжет об этом цирке, а после этого вернемся к разговору. Манеже сломлено. Да. То есть так его суставили внутрь. Да не он так будет с конью били. Манеж каста. Да. Я сломлен, има рупа горе. На писта? Да. Сега? Сега. Добро. Само да знаш, тако су ставили внутрь. Я сега ще го видим. Идеш да погледаш? Да. Окей? Okay? Да, я сега. Но я закончил музыкальную школу в Болгарии, в Варно, в городе. Потом начинал работать в биг-бенде, играть трубой в государственном цирке. И так попал в цирк. А потом, когда перестройка стала, стал клоуном. И до этого момента работаем как клоуном. Я работал тоже на паромом. Здесь в Финляндии очень много работал на паромом. Viking Line, Silja Line, Vasa Line. А потом начинал как менеджер, приглашал артистов на паромом. Когда начинал делать цирк, и это как менеджер, я просто не было времени спать. И потихонечку я просто сам сказал себе, за здоровье мое, надо одну остать и начинать с другой. Это цирк, это сезон 7, или это 7 лет. Это, я думаю, самый молодой цирк в Финляндии. Доброе. Слушай, после тук се изкарай всичко, тук направи такова, направи до тук така на пуканки. В Болгарии был цирк очень высокий уровень. Государственный цирк был очень хороший уровень. У нас были артисты, которые выиграли призы Монте-Карло, были контрактом во всем мире. И говорю, это трупы, большие трупы, которые на джокей, делают пирамиду и так дальше. Сейчас это не видно. Нету такие. О чем? Потому что нет места, где будет репетировать. Это все разбили, все распродали. Дай руку. Руку дай. Да. Окей, не давались, а вот его. Так опалилось. Еп, еп, еп. Так. Так опалилось. Так. Оп. Носе, носе. Еп. Я ви мене. Опа. Voila! Okei, okay, pojat. Nyt on tullut aika ilmoita teille, että minulla tulee suomalainen kahvitauko. Moi. Это была мечта моя. Эта мечта осуществилась здесь, в Финляндии. Но за этого я работал очень много. Сурая. 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 О, браво. Сурая. Брав. Брав. Есть ли вообще шансы участника, у человека, ну вот, у собственника, у предпринимателя в современном цирковом мире конкурировать с такими большими цирками, у которых есть государственная поддержка или какие-то школы? Я думаю, очень, очень тяжело. Во-первых, у нас нету зритель, ну, финская публика не знает цирки. И они больше ходят смотреть театры, разные танцы, а цирк не так часто. Ну, разница, конечно, государственная. Предприятие любое, театр, филармония или цирк, когда оно дотируется, конечно, это намного легче. Я вам скажу, российский цирк все-таки у нас... приезжаешь, и за кулисами там масса животных, которых надо прокормить. И прокормить они должны, соответственно, это соответственно нормам. Нормы, то, что они в неволе, эти тигры не получают, слоны не получают, они получают в цирках. Вот. Поэтому очень большие расходы. Но несмотря на это, когда хорошее качество на манеже,
идет, то зритель всегда приходит, находит цирк. Было бы шапито, было бы это не стационар. Значит, но с самоокупаемостью, опять-таки, это очень-очень сложно, потому что отработали город, к примеру, Ярославль, отправляют цирк, программу, это Владивосток. И дорога уже, железная дорога, очень дорого стоит. Отправка животных, надо, идут вагоны там 5-7 дней, надо кормить их. Поэтому, конечно, легче работать, когда государство помогает циркам. Коль, мы уже заговорили о животных, одна из острых и таких проблемных тем в современном цирке – это животные. Даже вот Катя современный цирк определила как цирк без животных. Откуда эта тенденция пошла вот, запрещать животных и как-то быть против дрессуры? Я думаю, что у вас есть сын, у вас есть дети, по-моему, двое детей у вас, да? Да. И вы приучаете, наверное, чтобы они подошли там козочки, собачки, погладили котенка. Все-таки любовь к животным. Вот. Конечно, должна быть дрессура гуманная, это однозначно. Вот. А чтобы цирк был доступен и детям, и взрослым, надо, конечно, обязательно прививать любовь к животным. Я так думаю, что где-то через 50 лет, это мое мнение, но я так думаю, что через 50 лет животных не будет больше в цирках. Во-первых, очень тяжело. Много активистов, которые защищают животных, особенно в Финляндии, в Европе. Многие цирки, работающие в Европе, без животных, они видят плоды своего, то, что зритель не ходит. Потому что многие родители ведут своих детей, чтобы посмотреть животных. А ведь у вас был случай, медведь на вас напал. Да, это был. Ну, это я вам расскажу. В Ашхабаде, будучи, когда я артистом работал, шел спектакль «Доктор Айболит». Значит, я играл в этом спектакле Айболита. В цирке находились животные Анатолия Корнилова. Это династия цирковая, известная, Филатовы, Корниловы. Сам Анатолий улетел в Штаты работать с Валентином Ивановичем Филатовым. Это будущий народный артист СССР, один из лучших медвежьих цирков российских. А медведей оставил он своей жене, которые не работали, но их кормили, возили там, перевозили из города в город. Значит, и в спектакле, когда Нина Корнилова выезжала на мотоцикле с коляской с манежа за кулисы, значит, она играла Снегурочку, мне нужно было по спектаклю выйти, и шел текст спектакля, новогоднее представление было. Значит, этот медведь, я играл доктора Айболита, повторяюсь, значит, этот медведь срывается с мотоцикла, за рулем, который сидел. Конечно, он через намордник не мог меня покусать, и чего, но он меня завалил на пол, ну, униформисты и прочее, еле меня отбили. А потом я через несколько дней узнаю, что год назад в каком-то цирке доктор в белом халате делал ему уколы. И он запомнил. После болезни он запомнил это. Не боитесь мотоциклов с тех пор? Я не боюсь мотоциклов, потому что мне как-то на Харлее как-то сам переворачивался. Но, между прочим, это не единственный случай нападения животных. И да, особенно есть, сейчас бывает. С появлением интернета, Ютуба, наибольшей популярностью пользуются как раз видео, где там, то львы нападут, то там, взбунтуется какое-то другое дикое животное. Оправдан ли вообще риск? И если нам отойти от темы животных, вот в акробатике, у тебя, наверное, бывали падения, я думаю, не без этого. Бывало что-то серьезное? Бывало, да. Мы вот это самое такое опасное упали со сцены, прям я стояла наверху, у меня партнер держал, и мы просто, сцена была такая маленькая, что я сальто сделала, и он не поймал, и мы вместе упали со сцены. Ну, и есть же смерти в церкви. Вот в Дюссоле недавно была одна из смертей, в России случаются. Оправдан ли риск? Вот о чем я хочу спросить. В Евангелии есть такой эпизод, когда сатана ведет Иисуса Христа на крыло храма и говорит ему: «Бросься вниз, и пусть ангелы тебя спасут». Так вот, не является ли цирковое искусство
искушением Господа, вот, или искушением судьбы, если хотите так сказать. И ради чего? Ради зрелища, ради развлечения. Ну, я считаю, что цирковое искусство – это искусство, так же, как театр, симфонический оркестр. Поэтому а травмы, несчастные случаи у нас могут быть где угодно. Ну, где угодно может. Мне это нравится, и я не думаю о риске. У Станислава Геннадьевича есть музей клоунов в Ярославле. Наши друзья из Ярославля, корреспонденты, побывали в этом музее. И прямо сейчас мы посмотрим сюжет из Ярославля, из музея клоунов. Собираю эту коллекцию уже 30 лет. Собирал я в городах России, Украины, Кавказских республиках, а также за рубежом. Здесь не вся коллекция. У меня коллекция находится в основном в Москве. Примерно у меня около 600 экспонатов коллекции клоунов. Каждый клоун – это воспоминание мне о тех местах, когда я был на гастролях. Любимая моя – это Михаил Николаевич Карандаш, Румянцев. Олег Попов, мы с ним встречаемся. На 80-летие юбилей я был у него в Германии. Сейчас ему исполнилось 83 года. Значит, ну, в полном здравии, работает на манежах Европы. Дрессированные собачки тоже в клоунском стиле работает. И когда приходишь, иногда настроение плохое, берешь кого-то из клоунов, беседуешь с ним на вольные темы, и жизнь продолжается. Не является музей намеком на то, что клоуны уходят в прошлое, что им место на полке? Нет, на я музее, думаю, что это не показатель, если собираю я клоунов, что музей уходит. Есть такие известные клоуны, которые они уже вошли в историю, такие как Юрий Владимирович Никулин, Олег Константинович Попов, Карандаш и многие-многие другие. Поэтому памяти коверных клоунов я и собираю увековечник память. У нас зародилось очень много новой плеяды клоунов. Я люблю клоунов. Останется ли в будущем стационарный цирк? В России, наверное, да, но в других местах нет. Ну, в Европе только в Париже, в Буглионе. Всегда билеты проданы, всегда. Лед, огонь, дым. Что еще можно придумать для зрелищности цирка? Хорошие тематические программы и хорошие трюки у артистов. Песок. Видела номер такой. Есть ли место животным в цирке будущего? Я не сомневаюсь, что место есть и место будет. Я считаю, что нет. Сохранится ли русское лидерство в мировом цирке? Я думаю, лидерство сохранится, потому что русский цирк жил, русский цирк жив и русский цирк будет жить. Программа «Граница» подошла к концу. Я благодарю всех, кто смотрел ее и всех, кто в ней участвовал. Спасибо, Екатерина. Спасибо, Станислав Геннадьевич. Спасибо вам.